Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смел, и сегодня мы поиграем в игру Dead Trips, как видите. То есть здесь надо... И что надо? Ну, это хоррор-игра опять. Начальная поездка переводится, давайте начнем. Так. 31 октября 2008 год. Доу. Продолжение. Так. Неважно. Так, я хочу газировку сразу. Нет, ну ладно. Что это такое? Так, у вас ничего не лагает, извините. Нет, тихо. Какие-то помехи странные. Ну, помехи как помехи, на самом деле. Стол залезть нельзя. Так что, если будут убивать, я буду кричать. Помогите! Не, ну пока что не не надо, а то... да. Вот какая-то дверь старая. Музыка началась. Криповая. Ладно, блин, ты чё мне делать надо? А вот. А сюда нельзя? Ну, значит, пойдем в лифт. Чё еще делать-то? Лифт так лифт. То есть захожу такое. И еду вниз. Вот лифт такой вот. Серьезно? Ну ладно, меня не испугать после вчерашнего хоррора, который я проходил. А. Чего? Это прикол? Как должны хоррор-игры выглядеть, если без монтажа? Эй, ты куда? Дурак, блин. Чё в платье ходишь? Итак, ладно, хорошо. Стой, не получилось. Теперь эта игра. Это Keeper, получается, игра, это тоже хоррор-игра. И тут у нас получается, что... то есть Keeper это смотритель, хранитель, то есть мы хранитель, строитель, о, ладно. Контрол, что тут? ВСД, ЛМБ, РМБ, Л-Shift. Ну, разберусь, короче, нормально. О, точнее, да. Oh shit, I fell asleep, better get back to sleep. Короче, oh черт, я хочу что-то там поспать. Хорошая удача, удачливая рыбалка, он говорит. Будем считать, что это я, окей, буду за него говорить. Так, это моя каюта, наверное. Так, шопинг-лист. Виски, яблоки, картошка, цветы, вот это я не знаю, что, простите. Так. Может, это самое главное? Вперед! Это дает плохое... Я тупой, не успеваю читать. А, уже все. Что за чертовщина? Давай, девочка, блин, давай, детка, остановись. Подумаешь, там чуть разбился. О, нет. О, моя голова, что тут за чертовщина творится?
Ладно, это выглядит как остров. О! А или он про маяк? Ладно, я не успеваю сейчас про сам. Ну, блин, думать. Пока. Пока, корабль. Пока. Вау. Нам нужно вон туда, там в окне кто-то. Видите? Ладно. Окей, у меня есть фонарик. Дима. Что это? Кто это здесь поставил? Я что знаю, блин. Кто здесь поставил? Что? Ну, я шо, фиг знает его, блин. Где? Куда? А. Опа. Опа. Огород. Че это? Папа, я поливал растения, а пока тебе не было. Не делай это снова. Вспомни последнее. Лайм, ты их слишком полил. Я не хочу... Стоп, что? Не, ну просто переводчик, я перевал, ничего не знаю. Ты их слишком полил. Я не хочу снова пересаживать весь сад. Пожалуйста, послушай это в этот, на этот раз. Блин, что-то не понял. Я полил, все, ты еще раз полил. Ну все, хана растения. А, пипец. Вообще. Он стул классный вообще, зачетный. Бомбезный. Ой. Эй, ты, что ты делаешь здесь? Свет... Почему свет выключен? Что за черт? Кто это? Что-то... Плохо мне. Что-то плохо мне? Я ничего не понимаю. Блин. Так, Пыльчик, бревно. Пока что игра такая вообще классная, вайбовая. Челик, походу, пропал прям передо мной. Закрыто. Ладно. Свет снаружи опять. О, печка, камин работает. Не, ну нормально. О, записка. Папа, я ненавижу тебя. Выходи, ты каждый... Я не люблю, когда ты смотришь дальше. Ты говоришь мне купить что-нибудь, чтобы начать работать, но мама в саду сейчас. Да? Я что знаю. Hello? Привет. Is everything alright in here? Hey, wait. Эй, подожди. Короче, она сказала, ты готов? Выглядит как пустой дом. А, стоп, то есть там было что-то? Ладно. О, открыто. Джесси, это Крис говорит, чтоб ты ничего не делал здесь. Ты должна найти доллар, гривну еще, 5 рублей российских. Вот, чтобы было классно и хорошо. О божечки. Типичный гараж. Робка. Ой. Ну, я это залутал. Коробка. Цензура. Не буду туда посмотреть. Ассорти этих орешков и болтов каких-то. А тут какие-то лазеры. Не маришь. Что ты делаешь? Моя жизнь. Это моя жизнь. Куда мне идти? Алло, блин. Реально. Вон записка какая-то. Или-то вода блестит. О. Прикольно. Болты какие-то, ключ. О, ключ от дома.
Есть... Я не... Блин, какой-то призрак, как она говорит, я быстро слишком, я не успеваю читать этого призрака, потому что, блин, что он говорит со мной, я не понимаю. Вот реально, что он говорит, ну, такое плохое, блин. Мистер Коэн, мы хотели бы поговорить с вами относительно недавнего поведения вашей дочери в школе. Мы понимаем, что в последнее время ваша семья переживает тяжелые времена, но это недопустимо. Пожалуйста, сразу же записывайтесь на встречу с нами. Эсте... Да, все. Вау, какие хором, там записка лежит. Hello. Ключ от дома удален. Привет. Здравствуйте, здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Со стола Эндрю Коэна. Когда кто бы не писал эту записку, пожалуйста, не думай обо мне меньше. Я пробовал действительно сделать это. Слишком тяжело. Каждый день это... агония. И я больше не могу жить отдельно. То есть один. Могу жить один. Короче, плохо тут человеку. Кипер 2. Дежаву. Дежаву. Так. Ты что делал? Нафиг ты это сделал? О, у меня такая есть. Земли. Окей, на кухне два входа. Давайте посмотрим, что тут у нас. А, я понял, что надо сделать. Я могу это... Блин, а как инвентарь открыть? А, во. У меня есть... От часов часть и пустое ведро. Такое, старое. Обычно во всех играх такое. Куки, а можно нож взять? Я боюсь. О, точнее, не страшно игра. Кстати, реально. Но какой-то квестик такой небольшой. Ну, потом, наверное, убегать надо. Нет еды опять. Вечером надо сходить в магазин. Купить, попить завтра. Так, у меня есть ведро, точно. А, я набрал только что. Дурак. Мышь сдохла. Повесилась. Ой, боже, меня испугалось, какое лицо страшное. Ой, я нашел что-то. Я люблю папу. Я должна пропасть. Я пропала. Ты... Ищу тебя. Ты можешь сказать, что ты вернешься? Поговорить надо. А, это типа субтитры. Короче, юнит что-то там написали. Какой дом гигантский. Мерзко. Посекретно и конфиденциально. Мистер Гуэн, мы сожалеем... С сожалением сообщаем вам, что ваша жена не реагирует на лечение. Рак распространяется на легкие миссис Коэн. Я боюсь, что он больше не поддается лечению. Она. Вы можете начать какие-либо приготовления, да, выйдете это уместным. Доктор какая-то там. Хана получается ему. Ей. Им. О-хо. А я случайно, можно не буду сюда идти? А тут можно все-таки приседать? Боже. Чё с рисунками, а? Ладно. Ладно. Скелет висит. Нормально, пойду я. Получается. А чего этот ключ? Может, чердака? Так, ну тут я ничего не могу взять.
Где? Да я, блин, не видел. Этот призрак в окне. Хорошо, что ты... Блин, нет, плохо. О, нифига себе, как удобно. Прямо из дома в этот... Домик. Прямо из дома в домик. Так. Так, что тут у нас есть? Это использованный... Что это такое? А, это лампочка. Почему дверь не могу закрывать за собой? Ладно. Ну, пошел. Фига себе, я кручусь. Верчусь. Это чё? Ты чё? Не делай этого. Ты что, с ума сошла? Девка. Нормально все будет. Мне тяжело говорить, что ты слушал, плохо училась. И выслушал от учителей то, что я ужасная. А, во. Хе-хе. Что ты пришел сюда? Это слишком долго, чтобы поняла кто-то. Отец, дурачок, вот. Я не знаю, видела ты. Ну, нормально. Но сначала я переводил. Пони, принцесса. Давайте посмотрим поближе. Итак, я нашел. Я дурачок и не мог найти. О, это я? Я все-таки разбился. Это я, кстати. Раз тут на корабле. Да не видно их. Пуститься. Куда я? А вон чего? Там я. А, иди ко мне. К папе. Я извиняюсь, это... Я хотел вернуться домой. Короче, какая-то грустная история. Иди в свою комнату. А, вот. Эй, ты. Кто это? Выключи. А, это я типа говорил. Увидев себя. Ничего не понимаю, что за шпи? Чё? О, ну, прикольная игра, это даже не хоррор, это... Просто такая грустненькая игра. Ну, короче, понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарий под этим видео, то что... О, классная игра! Первая особенно. Ну, все, пока.